Всем приветики. Пришла ко мне такая вот посылочка от Югрина. Как обычно, в фирменном югриновском пакетике. Как обычно, с ремкламкой наушников. Я уже даже, кстати, подумываю о покупке беспроводных наушников. Но, наверное, не таких, как нарисованы, а других. Но хочу попробовать купить себе беспроводные наушники, посмотреть, что это такое. Ну, у меня таких никогда не было. Поэтому хочу купить. А вот стяжку для проводов они в этот раз не положили. Обычно ложат, в этот раз не положили. А коробка сильно помята. Из-за того, что они никогда не упаковывают свои вещи в почтовый пакет с пупыркой. Они всегда ложат в обычный целлофановый пакет. И все на этом. А дальше, ну типа, раньше везло. Сейчас не повезло, он как все помялось. Ну, все в пленочке, в такую пленочку можно снять. Она нам больше не понадобится. И это печалька, то, что они не хотят ложить в пупырку. Вот так вот, это звуковая карта, так вот она выглядит. Дополнительный звуковой адаптер. По бокам оно должно доставаться. Сверху у нас такой серийник. Сзади ничего. И с этой стороны у нас какие-то параметры на китайском и на английском. Какие-то ее характеристики технические. Ну и дальше можно доставать. Правда, в какую сторону здесь все так замято. Что, мне кажется, она не захочет вылазить. Ну, попробуем выдавить ее. Вот такая вот перемятая. Неприятно, конечно, что так вот. Я надеюсь, там все целое. Если нет, ну, придется открывать спор, потому что это их вина. Почему они, ну, никогда не ложат в пупырку? Пупырка бы, ой, как не помешала, тем более для электронных устройств. Так, а как здесь открыть ее? А, во. Все было просто, оказывается. Ну, картон плотный довольно-таки. То есть, такая вот толщина картона. Что довольно-таки. Ну, по идее, если здесь помяли, а звуковая была здесь, вот она здесь. А здесь был провод, то, в принципе, ничего не помяли. Хотя и здесь же помял, но больше с этой стороны так задавили. Но здесь был провод. Хотя, наверное, потому здесь и не сдавилось, что здесь была звуковая. А здесь была пустота, так здесь и сдавилось. То есть что-то на нее сильно бросили или ее куда-то бросили. Так, все, здесь у нас ничего. Больше и нету. Здесь у нас что? Я так понимаю, инструкция какая-то. На китайском, где ничего не понятно, и на английском. Здесь уже попонятнее будет немножко. Выключение, включение микрофона, наушники, контроль громкости и подключение всяких разных устройств. Так. Это что такое? А, еще что-то здесь на китайском. А здесь на английском. Типа что? Это гарантия, что ли? Или, ну, я не знаю, типа, какие-то месяцы написаны. А для чего они? Ничего не понятно, конечно. Здесь, кстати, какой-то сертификат он стоит. Типа, ну, типа, печатка какая-то. Хотя нет, здесь по-другому что-то расписано. Ну, то есть, там, на той стороне такого, печатки такой нету. Ну и
Вот она сама. Звуковая. В их таком приятненьком пакетике, в который они обычно любят ложить. О, ничего себе! Я обычно на все свои USB-шки одеваю такую штуку. Ну, то есть, заглушку, колпачок. Ну, то есть, на те USB-шники, которые у меня просто валяются, ни к чему не подключены, всегда надеваю такой колпачок. А здесь он шел в комплекте. Это прям максимально крутое и умное решение, как бы. Ничего себе, я такое впервые вижу. Обычный колпачок сам докупаешь, надеваешь, а тут он в комплекте. Эта штука зацарапана, но это, я так понимаю, пленочка, которая может сниматься, и мы ее, естественно, снимем. Вот она пленочка, причем как-то так прокручена, двойной слой. Ну вот, правда, тут немножко вымазалось. Как это показать, что она красивенькая, новенькая? Ну да, уже без пленочки она красивенькая, правда. Идет такая сюда. Провод идет сюда, здесь проволочка. Дальше у нас длина где-то вот метр. Ну и вот сама звуковая карта. Здесь так сразу все маркое такое. Здесь матовая. С этой стороны и сбоку. И здесь тоже матовая. А вот здесь именно блестящая. Зачем? Не могли все сделать такого вот матового цвета. Или они хотели, чтобы эта штука сделалась. Да где же вот видна? Или здесь бы оставили бы одну полосу такую. В общем, не очень. Сюда наушники. Ой, сюда микрофон, сюда наушники. А сюда гарнитура, то есть микрофон с наушниками. Здесь регулятор громкости. Дальше не идет, это максимум. А это минимум. Тут мы выключаем. И включаем микрофон. Тут выключаем, включаем наушники. И лампочка должна гореть, по идее. Когда выключил, загорелась. Все, такая вот звуковая. То есть просто подключаешь к USB-шнику, и все. И вот сюда уже можешь подключать наушники, микрофон. Громкость добавлять, убавлять. Причем довольно-таки легко крутится пальчиком одним. И отключать микрофон. Ну, довольно-таки удобно, кстати, если ты сидишь с каким-нибудь микрофоном, который, у которого нет кнопки отключения, чем лезть там куда-то в систему отключать или назначать куда-то кнопку. Можно подключить такую звуковую. Ну, если качество здесь, конечно, хорошее, надо будет еще послушать. И потом тогда, раз тебе нужно отключить микрофон, просто хоп, все, отключил. Удобно, кстати. Или те же наушники, по идее, даже если звук какой-то играет, даже если на трансляции ты транслируешь и именно через эту звуковую выводишь, и она выбрана в качестве источника звука, по идее, нажав сюда, звук полностью пропадет, потому что у тебя в наушниках и на трансляции, потому что, ну, она все отключит, получается. То есть ты сидишь, что, ну, мне кажется, так для трансляции прикольно будет. Нажал, микрофон отключился, нажал, включился. Нажал, например, там кто-нибудь орет в игре какой-нибудь, и игра, например, громкая, и орет еще кто-то. Нажал, все, полная тишина. И ты спокойненько сидишь на трансляции, общаешься. Ну, не знаю, надо пробовать, короче. Ну, так, такое, как бы, задумка неплохая, хорошая. А как оно там будет работать, это надо смотреть. Ну, вот такая вот карта на этом. Мне не нравится, что вот эта вот марка. Все такое красивенькое, как бы, матовое. Но вот именно вот здесь оно все будет затираться. И это как бы не очень. Могли бы ее всю сделать. Вот такой вот здесь не затирается, а здесь вот тоже грязненькое такое. Ладненько, будем потом смотреть, пробовать. Ну, а на этом все. Всем пока, да вам.